Привет, дорогие зрители, новый выпуск по роялю, и прежде чем мы перейдем к теме ролика, хочу сразу обратить ваше внимание на мои кубки, и это, ребята, внимание я обратил тех людей, которые кричали: «Холдик сыкло, Холдик засал, он не слился до первой арены, Зебраил слился, ты не держишь слово, Холдик, Холдик». Так вот, Холдик держит свое слово, и я говорил, что закончится сезон, и я солью свои кубки до первой арены. Объясню, кто не в теме. У нас был с каналом Зебраил ТВ челлендж, мы открывали сундуки, и кто выбьет больше количества гемов, ой, не гемов, и легендарок, тот, в принципе, победил в челлендже. Кто проиграл, тот исполняет желание подписчиков. Так получилось, что мы легендарки вообще не выбили, и ни он, ни я, поэтому оба исполняли желание. Было два желания: снять Майнкрафт и спуститься до первой арены. Ребят, вы уж извините, на Майнкрафт я точно снимать не буду и записывать свой на свой канал. Пускай думают, что я сыкло, что угодно пишите. Майнкрафт я снимать не буду ни за какие условия. Поэтому приходится сливаться до первой арены. Закончился сезон, я держу свое слово. Поэтому прежде чем мы сольем кубки, теперь переходим плавно к теме ролика. Вот буквально вчера у меня был выпуск, и мне выпала, ребята, принцесса на 4 уровень. И так получилось, я вчера случайно ее прокачал, просто случайно, нажал на улучшить, и там было 600 гемов, и я не знаю как, но мискликнул и потратил и гемы, и золото все потратил, короче, блин, фейл получился, не вышло сделать это на видео, то есть экшена такого не произошло, но... По факту, принцесса-то у меня 4 уровня. И это, кстати, прикольно, потому что я держу путь на первую арену. Я там, знаете, иду в гости к тем игрокам, которые, ну, там реально вообще прокачка у них слабая. Я вот буквально на твинке играл, второй уровень Хок. Блин, я такие карты не видел. Мне аж хочется по фану там поиграть, конечно, но слишком будет изи. Поэтому с 4 принцессы, я думаю, может, мы в ТВ-рояль попадем. Не знаю, посмотрим. Ну, а теперь... Предлагаю сыграть вот с этой колодой. Ну, просто последний раз, пока я не слился полностью, я просто начал сливать кубки, а потом вспомнил: блин, я же с принцессой ролик не записал, камон. Вы уж извините, что так низко на 3800, ну, я уже был на 4400 в этом сезоне. Вот, думал записать на... Ну, 4600 хотел взять, а потом вспомнил: блин, мне же надо слить кубки. Короче, я свое слово держу. Мы сливаем кубки, но прежде чем мы сольем, я хочу провести 3 онлайн-атаки на видос. Ну, а следующее видео будет, где я уже на первой арене. Ну что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы как можно быстрее я слился. Потому что мне так впадло, если честно, ребят. Ладно, поехали в бой. Посмотрим, кстати, что за противники на 3800. Потому что многие мои сокланы сразу же сливаются в начале сезона до 3900, 3800. Я не понимаю, что здесь за звери сидят. Давайте проверим. Хотя, когда делаю буст, я все понимаю. Ну что, выбрасываем принцесску 4 уровня. Против нас 10 левел. Это будет прям, ну, очень изи. Так, ну давайте... ну ладно, давайте сейвить принцессу. Так, на ракету у меня не хватает. Окей. Сейчас мини-пеку еще выброшу. Так, бандитка, да, придется еще мини-пеку выбрасывать. Хорошо, давайте зап. Вот так, отлично, зап. Вообще идеально. И еще духа подброс, блин. Ну, тут, конечно, с прокачками нелегко. А, ну, понятно, торнадо, но его это не спасет. Его это не спасет. У меня уже вторая принцесса есть. В принципе, я там уже могу добить ракетой. Ну, не, ракета 700, сколько 700? 717 бьет. Окей, тогда давайте миньончиков здесь и переходить плавно на правую сторону. Вы посмотрите, ребят, настолько у меня сильная прокачка, что парень перетянул торнадом моего хога на главную вышку. И смотрите, сколько хп осталось на вышке. Это просто смех. Ну, ребят, вы уж извините, что так приходится ролик записывать на таких кубках низких. Я забыл просто, что я не записал видео с принцессой и сразу начал сливать кубки. Ну что, это минус вышка, в принципе, окей. Давайте теперь переходить зап. Успею, успел. Хотя смысл запа там, если все равно палач убьет принцессу. Так, тут у нас рыцарь. Или дать фору парню. Слушайте, давайте, знаете, как сделаем? Следующую игру, чтобы не так изи было, я дам какую-то фору игроку, пускай он мне снесет вышку, или я не знаю, или просто пока до удвоенного эликсира, ну реально, не атаковать его сильно, не прессовать, я не знаю просто, что делать. Как мне играть с ними, ну слишком изи, серьезно. Давайте, так, принцесску на левую сторону. Так, я забиваю на хога, забиваю на хога. Давайте, поехали по правой стороне. Ну,
четвертую принцессу не убивает второе бревно. Это хорошо. Хотя на моих кубках это не сильно отличается. Ну, точнее, небольшой отрыв, потому что так как четвертая или третья принцесса, разницы особо-то нету. У всех бревно как минимум третий, четвертый уровень. Поэтому то, что она мне стала четвертого уровня, я думаю, сильно ситуация не изменилась. А, блин, я уже как мог пропускал урон. Что еще мне делать, я не знаю, поэтому поехали сразу в пуш. А, так, и как сделать? Зап мы не добьет 90... А нет, как раз 93 хп бьет зап. Окей. И мы делаем следующим образом. В принципе, все. Это победа. Но не на трешку. А может дать... Блин, уже поздно, я духа выбросил. Мог бы взять на трешку, не принципиально. Так. Блин, мне потом кубки сливать. Я их сейчас набиваю, потом их сливать. Так, может что-нибудь поменять в этой колоде? А что взять? Какую деку? Ну, можно взять было бы спеллбейт, но я не хочу. Может печку взять? Но это будет дорогая колода тогда. Вместо мини-пеки печку может быть. Я не знаю. Либо вместо ледяного духа. Ну, это будет, конечно, ну, смешная колода, ну а что делать? Нет. Буду этой же декой, короче, поехали. Просто буду давать фору противнику. Так, 10 уровень, окей. Я ему вот так вот покажу, мол, давай, атакуй. А потом... Надеюсь, он... Блин, он говорит мне спасибо. Думает, что я ему просто отдам победу. Блин, у него 8-й хок. Блин, я не знаю. Не, ребятки, я ему, наверное, отдам победу и подберу противника посильнее. Извините, не хочу я такого слабого игрока выигрывать. Пускай апается по кубкам. У него восьмые рарки. Мне жалко его, честно. Я ему отдаю победу и как сольюсь, мы продолжим. А сейчас нажимаю видео на паузу. Итак, отдал я парню 3 короны. У него радости, безумно он рад. Но только знаете что? Мне кажется, все равно зря я отдал победу, так как... Я снова слился по кубкам, ну, на 30 трофеев, да, и мне кажется, сильнее противник не подберется. Хотя, 11 уровень подобрался. Вот почему, когда я делаю бусты, перекачанные игроки, когда я вот фаниться взялся, так слабые подбираются. Ну, где вот эти элитные варвары 13 уровня, королевские гиганты, которых всех так бесят на таких кубках, где они? Бревно, смотрите, оно не убьет принцессу. Я уверен был в этом. Колдун. Давайте ракету по фану закинем. Попаду, надеюсь? Да, попаду, отлично. Хорошо. Минус сразу 700 хп на вышке, отлично. Когушка. Ну давайте мини-пеку. Слушайте, а может вместо мини-пеки взять торнадо? Может реально вместо мини-пеки взять торнадо? Потому что, ну, хочется какой-то пофаниться, что ли. Да, я мини-пеку заменю, потому что она у меня 9 уровня. Но это, конечно, для таких кубков нормальная тема, но все равно. Все равно, думаю, лучше заменить. Так. Ну что, поехали. Хок плюс ледяной дух. Конечно, 11-й хок это... сразу. Смотрите, его бревно даже не убивает моего духа, вы представляете? Я надеюсь, запом я миньонов его не убиваю. Нет, не ваншотит. Окей, так. Ну давайте, ладно, пропустим вышку. Я вроде говорил про фору, уже забыл. Окей, давайте попытаемся ему отдать вышку. Не, темный принц не снесет в соло. Ему нужно еще подкинуть хога. Так, ну я буду потихоньку переходить на правую сторону. Потому что, блин, я уже слева ему снес. Надо было фору дать противнику. Сейчас возьму торнадо, в общем. И еще одну каточку сыграем. Посмотрим, какой противник подберется, что у него за колода. Потому что проиграть не хочу. Фору-то я дать могу, а проиграть не хочу. Ну что, я ему дал снести вышку. Бревно не убивает вообще ничего, какой кайф просто. Так, ну, в принципе, урон нанесли, так. Ну, давайте, нет, принцессу дефать надо. Принцессу я не хочу терять, однозначно. Так, значит, вот сейчас нужно дать ему немножко подамажить мою вышку. Потом добить слева и запушить правую. Давайте попытаемся. Я не буду сильных юнитов подбрасывать. Давайте миньончиков. Хога, пускай выбрасывает Хога. Выбрасывай Хога, дружище. Так, ледяной. Ладно, я тоже Хога выброшу. Так, остается 25 секунд. Ну, ракета сколько налетит? Секунды 3, да? Где-то так. Так, давайте здесь рыцаря. Рыцарь.
А тут мини-пека. Так, стоп, уже напряжно. Так. Блин, мог бы сейчас и вышку потерять. Хотя, прокачка решает. Здесь решает прокачка. Давайте принцессу. Ну, я ему уже достаточно дал нанести урона мне. Что ему еще надо, я не знаю. Давайте здесь рыцарь. Здесь миньончики. Мини-пека. Слушайте, вы понимаете, что если бы он еще Хога подкинул, то я бы мог потерять вышку. Готовим зап на армию скелетов. Ну и добиваем, в принципе, тавр. Ну вот как-то так. Давайте я сейчас возьму торнадо. Хочу с торнадом пофаниться. В принципе, тут можно вообще любую абсолютно колоду составить. Не обязательно с Хогом. Ну, блин, я хочу играть... Мне уже реально надоели големы, надоели гиганты. Хочу именно с Хогом. Но вместо мини-пеки мы возьмем еще торнадо. Вот так получше. Можно было бы еще по фану взять зеркало, но такое. Все, поехали. Последний бой сыграем с четвертой принцесской. Блин, конечно, ну слишком изи. Слишком изи на таких кубках. Вы уж извините, ребят, ну просто я сливался уже до первой арены. Поэтому не записал, не успел видео записать на своих трофеях. Особенно сейчас начало сезона. И вы знаете, я пытался взять 4600. И противники очень дикие подбираются. Даже сложнее, чем на 5500 я хотел. То есть, ну прикольно. Было бы прикольно записать четвертой принцессы, но, увы. Так. О, наконец-то, друзья мои. Наконец-то я увидел этих двух парней. Давайте здесь рыцаря. Хорошо, отлично. Вот такого противника я хочу выиграть. Не знаю, почему мне так доставляет удовольствие. Но, блин, его я реально хочу выиграть. Так. Угу. Дать ему фору, что ли. Хотя, блин, какая фора? Там он колдун идет. Надо дефать. Давайте здесь миньончиков. Это все-таки не первая арена, чтобы так сильно расслабляться. Поехали. Сейчас будут элитные варвары. Давай. Ну ладно, тогда зап. Зап, хорошо. И это минус вышка, да? А, нет, там еще миньончики. Почти минус вышка. Хотя, стоп, нет. Не минус вышка. 85 хп. Ну, практически. Засчитываем. Так, куда кинуть принцессу? На какую сторону? Давайте. Ладно, неважно, на какую сторону. Выбрасываем принцессу. И ждем его элитных варваров. Ракета на принцессу. Вот это сильное заявление. Окей, я ему в ответ тоже свою ракету дам. Только она у меня 11 уровня. И смотрите, сразу минус 700 хп. Та-дам! И все. Еще осталось сколько мне? 3 или 4 ракеты где-то выбросить. И справа вышки нету. Так. А нет, 3 ракеты и... Ну там еще каким-то спелом надо добить будет. Так. Угу. Колдун. Наверное, с элитками хочет зайти. Ну, давай попробуем. Давай. Давай. А вот так. Нормально переагрил, да? Вот с торнадо по фану, реально. Так, тут зап. Ой, кривой зап. Ну, ладно. Неважно. Просто все равно выиграю. Зачем напрягаться? Так, ну, давайте принцессу. Принцессу. Снова рыцарь. Нет, не получится принцессу мою забрать. Давайте немножко тянем. Ах, получилось. Давайте тут вот ракету. Вот так вот. Бумс, и нету элитных варваров. Какая прелесть просто. Давайте добивать его полностью. И давайте посмотрим его потом колоду. Просто настолько он зашквар, что чисто, наверное, элитками и с разным сплэшом играет. Давайте тут принцессы добьем вторую вышку. А когда там клановый сундук? Это будет хорошо, если я буду на первой арене в это время, потому что, ну, могу трешки просто на изи делать и помочь клану набить сундук. Так, ну, в общем, реально, это было больше фан, чем демонстрация очень сильной принцессы 4 уровня. Ну да, это чисто элитные варвары. Ну, ладно. Блин, поднял кубки, надо сливать опять. В общем, ребятки, на этом буду прощаться. Потом, когда верну кубки, естественно, я составлю еще несколько колод каких-то с принцесской. Мы пофанимся обязательно еще на низких аренах. И вообще ждите, много будет разного контента. Подписывайтесь на канал. Я очень рад, что у меня уже две легендарки 4 уровня. Это принцесса и это громовержец. Вот хочу еще прокачать шахтера очень сильно.
И хочу прокачать ночную ведьму очень сильно до 4 уровня. И вот тогда я смогу реально очень много колод использовать в глобале. Ну, это все в будущем, поэтому подписываемся. Возможно, скоро закину гемов, будет открытие сундуков, все для вас. Поэтому включайте колокольчик, ставьте лайки. Я желаю вам удачки, ребят, хорошего настроения, всего вам самого лучшего. До новых встреч и всем пока.